Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча калпатару веща кипа синду бхевача Патитананг павуне бхавишна вибхьо намо нама Мукан кароти вачаланг пангунланг хетикирим Джат кипа тамаханг банди парамананда мадавам Бендавай тусиде бай пиявай кешвасача Шна бхакти паде деви саттваттвай намо нама Нараяна намаскитта норанчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудир Шанкиртане кришна като падеш Гаврия патрашо пракасанеча Садану ракта гуру бхакти жукта Бхакти Прамодакша Джагод Барвана Дейям Сада Парибхабагнам Абиштадухам Тетас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Битатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпад Паллаванака Чандамани Чатая Бисфуриджита кимапикаводушу адарши Пурунану рагара сасагара сарамурти Сарадикамай када кипам каруши Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинду Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодато Шанкиртанай Капитару Камала Айшатакшо Вишам Бару Дижавару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибушита Бама Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Парам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджушо Бадани Лакшмир Джаша Чабакшаши Ясьясте хиде самбит, твам нишингамахам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Амиддхапурне кримикит санкуле Шабхава дурганди бининдитантаре Калеваре мутре пуриши бхавите Раманти мура
Viramanti Pandita. Amedha Purne Krimikita Sankule Sabhava Durgandhi Binindhitantare Kalevare Mutre Purish Bhavite Ramanti Mura Viramanti Pandita. Gauriya Goshtivati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahansa Jagadguru told Гауди Гоштипати Сисила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если мы боремся с моей жизнью, то тогда, когда мы сможем начать свой баджан? Если всю жизнь мы потратили на борьбу с моей, это нехорошо. Майя не позволит нам принять абсолютную истину. Будьте осторожны. Так или иначе, какие-то проблемы могут возникнуть, из-за которых вы будете вынуждены отказаться от абсолютной истины. А где находится абсолютная истина, большинство людей боятся туда пойти. В этом это происходит по воле Майдеви, она так делает. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, то люди идут туда, чтобы получить то, чего там нет. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что многие люди идут в те места, где бхакти нет и никогда не было. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что это происходит из-за влияния Кали и Майя. Люди стремятся туда, чтобы получить то, что никогда там не было и не будет. И вот если мы будем бороться с Майей жизнью, мы победим, то когда мы можем начать свой харибаджан? В этом главный вопрос. Никто не хочет понять, все заняты какими-то организационными вопросами и приверженностью к какой-то организации, а не общей идее. Шрила Махарадж на Бенгале ответил на вопрос. Кто-то думает, что если саду внешне болит или какие-то физические недостатки имеет, то он страдает. Но саду — это такое вселенская душа. Саду — он вселенский. Нельзя говорить, что это саду наш, это не наш саду, настоящие святые, они все служат Богу, и глупо их как-то разделять по каким-то организациям. Саду нельзя ограничить какой-то группой. Вот у нас есть 4 авторитетных сампрадаи. Шрила Прабхупад много говорил о Рамануджа сампрадай, и как я могу потерпеть, если кто-то оскорбляет саду из другой сампрадай, может, не из Гауди сампрадай, но из 4 авторитетных сампрадай, из саду святые, которые там есть, они как бы универсальные вселенские святые. И такой сектантский подход ничего хорошего в себе не несет. И вот я Махарадж написал статью. Там говорится, что большинство из нас хотят злоупотреблять благой волей гуру и вайшнавов. Вот кто-то хочет злоупотреблять волей и наследием Шрилы Прабхупады. Много мест, где так происходит. И в большинстве мест люди, они обусловленной какой-то партийностью, принадлежностью какой-то организации. И смотрите, до тех пор, пока мы не достигнем нейтрального уровня, мы не сможем начать совершать бхагават-дхарму. Для начала нам нужно возвыситься до нейтрального уровня, даже если наш гуру говорит все неправильно или большую часть неправильно, нужно его оставить. Мы должны быть беспристрастны. Вот один из 12 махаджан говорит, что таки гуру нужно оставить, иначе вам придется опять рождаться заново. Баджан не таков.
Баджан не что-то дешевое, что можно делать таким образом. И вот жизнь за жизнью. Не все могут, совершая баджан жизнь за жизнью, не все могут достичь даже нейтрального уровня, с которого можно видеть, кто такой настоящий саду, а кто нет. И Хануман. В общем, чтобы начать Харибаджан, надо сначала достичь какого-то нейтрального уровня, нейтральной платформы. И вот вторая шлока. Если мы стремимся к Лабхи Пуджи Пратишти, то возможно для нас говорить Харикатху. И вот читание читания говорится. Об условии души могут получить освобождение, если они будут прославлять Гуру Вайшнавов. Но я никогда не собираюсь прославлять какую-то обусловленную душу. Я никогда не пытался злоупотреблять репутацию Гуру Вайшнавов. И, даже, и, к сожалению, сегодня такая практика очень популярна. Что люди злоупотребляют именем Шрилы Прабхупады или Шрилы Бхакти Прамода Пуридева Госвами Махараджа или Шридхара Махараджа, так много вещей, много какие-то люди. Какой-то человек в одежде саньяси говорил столько ереси про Расататву, но как это возможно, что Бхакти Махарадж говорил, сказал о нем, что он жемчужина Гауди Матха. Разве мог Бхакти Махарадж такое сделать вообще? Кто-то явно манипулировал его высказыванием, поскольку на английском было написано Махарадж, английский особо не знал и не читал, не перепроверял за всеми. Иногда можно наблюдать, что какие-то редакторы немножко меняют пару там запятых или еще что-то, чтобы высказывание приобретает другой смысл. Если какие-то доказательства, что Бхакти Махарадж сказал именно так, какие-то рукописи или записи голоса, а не просто кто-то написал то, что якобы от него слышал. Бхакти Махарадж был достаточно близок ко мне, я очень много общался с ним, много лет, и удивляюсь, кто от его имени смог такое написать. Однажды какой-то Махарадж собрал много денег, не хочу его называть. Мое дело не бороться с ними, а говорить и утвердить абсолютную истину. Somebody giving Purnam, a lot of money, maybe, I know, 25 lakh or 30 lakh, I don't know. В общем, собрал он кучу денег, и один брамачари сказал мне,
что мой Гуру Махарадж знает все, но ничего не говорит. Шрила Прабхупада тоже все знает, кто к чему стремится, кто к деньгам, а кто к духовному. И можно видеть, что некоторые люди заявляют, что был там уж рядом с Шрилой Прабхупадой, служил ему, но где доказательства? Если вы служили Шриле Прабхупаде, то где доказательства этого? Ну, должны быть какие-то признаки этого. И вот Шрила Прабхупада однажды какому-то своему последователю сказал, что у него негде деньги хранить, может ли у него какое-то время. Тот сразу обрадовался, сказал, да. Но зачем это сделал Шрила Прабхупада? Много вопросов приходит ко мне. Однажды один Махарадж авторитетный. Его характер, поведение седанта, все у него хорошо. И вот ему 75 лет, и вот он время от времени спрашивал у меня, я отвечал, он был доволен моими ответами. И вот сейчас он хочет задать вопрос, как это возможно, что те великие ачарьи, когда они уходят с этого мира, назначают каких-то обусловленных душ в качестве ачарьи, причем это очень явно, что они совсем какие-то левые люди. И они как бы знают седанту и все остальное, но почему так? И вот я ответил ему, это природа Гуру Вайшнавов, если кто-то хочет обмануть Гуру Вайшнавов, то такие люди обманываются сами. Если кто-то хочет одурачить Гуру Падму, то человек сам становится одурачен. Гуру Падма, он не такой глупый, какого можно одурачить, нет. И вопрос такой возникает. И вот не хочу его называть, кто задал этот вопрос, но вопрос очень важный, поскольку Нарутам Такур тоже сказал. Вот Нарутам Такур, он из множества духовных книг, он вывел такую эссенцию всего. Он изучил все шастры, вот в форме киртанов описал их суть. И вот Нарутам Такур советует нам, мы должны понять уровень вайшнавов, если кто-то оскорбляет силу Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, как называя его каништой, что он только занят поклонением божествам, то Нарутам Такур говорит, перед тем, как поклоняться, выражать почтение вайшнавам, нужно понять их положение, пытаться понять, по крайней мере. Если мы не знаем объекта нашего поклонения, как мы можем поклоняться ему. И вот возможно ли для меня поклоняться Вишну Приедеве, если у нас какая-то скверная концепция, не что она женщина, то как мы можем ей поклоняться? И вот перед тем, как хвалить кого-то в соответствии с вайшнава сиддханта, мы должны понять, осознать, что тот объект, которого мы не можем видеть или чувствовать, или понять, что мы можем понять о нем. Сначала мы должны осознать, понять, разобраться с этим. Как не разобравшись, кто может прославить Садхананду с вами. Life after life, he can take peace
Вайшнав, нельзя говорить о вайшнавах, что они, ну что, немецкий вайшнав или английский, или индийский. Вайшнавы, они вселенские, нельзя их ограничивать чем-то, или как-то так пренебрежительно высказываться. Как Харидас Такур, он родился в мусульманской семье, но что из этого? Шрила Прабхупада Садананди с вами говорил, что он мой вечный спутник, но родился он в Германии, что из этого? И вот Шрила Бхактивинода Такур говорит, я вот принес книгу, чтобы показать. Шрила Бхактивинода Такур говорит, чтобы утвердить абсолютную истину. Если приходится бороться с демонами или встречаться с какими-то опасностями, то что делать? Нужно делать это. И вот Шрила Бхактивинода Такур и все ачарьи, которые в общем, те, кто занимает пост ачарьи, они должны пытаться исправить такую плачевную ситуацию. Ну, в общем, Махарадж был на каком-то собрании, там какого-то негодяя, который Гурудев выгнал. Какой-то другой человек, занимающий пост ачарьи, назвал его украшением дамы. Я был удивлен и с тех пор не хожу ни на какие собрания. Махарадж без имен говорит, ну не понял, ну в общем какой-то там этот, нехороший человек, скажем так. Ну, смысл в том, что среди преданных предателей тоже хватает. Вот однажды один мусульманский шпион. Это во времена еще британского правления. Ну, в общем, там какой-то индийский этот, местный правитель собрался куда-то убежать, и этот шпион его выдал англичанам. Ну и тут не успел, соответственно. В общем, предатель типа Иуда, который, вот как Иисус сказал, что один из вас предаст меня, и меня поймают, и вот в Индии тоже такая ситуация была. Миджафул его звали, или как-то так. Ну тут как бы тот мусульманин предатель предал своих мусульман, там как бы не так все плохо.
А в нашем городе обществе бывают вроде бы вайшнавы, но ведут себя совершенно так плохо. Я по наставлению Гуру Бхакти пытаюсь восстановить идеалы. И вот и поэтому всегда борюсь за правду, и поэтому удивляюсь, как Бхарати Махарадж мог сказать о какой-то падшей душе, что он сокровище Гауди Сампрадая, где какие-то доказательства этому. Кто написал, кто был редактор, есть ли какие-то доказательства этого, где Бхарати Махарадж писал лично или говорил своим голосом, а не... Ну, сейчас про другую организацию Махарадж говорит, в общем, какие-то. Ну, в общем, морально... В общем, история такая, что в каком-то какой-то организации один этот Махарадж насобирал 3 миллиона рупий и отдал каким-то своим родственникам. Но саньяси как бы не должен хранить деньги, тем более там родственникам отдавать, и, ну, вообще общаться с родственниками даже не то, что миллионы им отдавать. Ну, смысл в том, что, к сожалению, наше общество далеко от идеалов, и из-за слабости, да, многие даже не могут слушать о том, как должно быть. У меня нет желания прославиться, и поэтому я могу, не стесняясь и не боясь чего-либо, говорить об абсолютной истине. И вот в этой же или в какой-то организации отец... How possible? You give me Siddhanta. His grand, I know he is your grandfather. He forced you. Bharti Maharaj was forced. I don't know how it's possible. Ну, в общем, дед того или не того. Ну, в общем, какой-то Махараджа был. Харинам получил от Шрилы Прабхупады в последний момент времени. И вот Бхарати Махараджа. В книге Бхарати Махараджа откуда-то взялось высказывание, что он спутник Шрилы Прабхупады, но кто такой Паршат? Это тот, кто пришел, действует и исполняет желание Шрилы Прабхупады, его вечного спутника. Если этот человек только получил харинам и больше ничего не делал, то как можно о нем сказать что-то иное? Нужно говорить правду, а не прикрываться какими-то красивыми словами. И зачем поклоняться такому человеку, который просто случайно мимо проходил и по совместительству является родственником этого ачарьи, что он еще сделал в своей жизни? Зачем выставлять его как какого-то поклоняемого объекта? Народ там так уже сказал, что в соответствии с уровнем вайшнава нужно выражать ему почтение. Если вы выражаете почтение обусловленной душе, даже которая занимает положение ачарьи, то толку для вашего духовного развития в этом не будет. Ну, кто же следует Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакура?
Да, вот там так его говорит, что если кто-то выражает какое-то неуважение к гуру и вайшнавам, как брат Кришнадас Кавираж Госвами, он говорит о своем брате, ну, в смысле, в предыдущем ашраме, который был, он не верил в Нитянанду. Он верил в Гаурангу, но в Нитянанду не было у него веры. И вот когда Минкетан Рамдас, вечный спутник Нитянанды, когда он пришел, он не выразил ему почтения, и это стало причиной его падения. И вот Кришнадас Кавираж Госвами, он пишет дальше, что когда этот его брат не выразил должного почтения Нимкетан Рамдасу, то его сознание опустилось. То есть падение — это не общение с женщинами, как некоторые думают, а деградация сознания, именно сознание — причина и основа всего. И вот Нарутам Таку говорит, вот кто-то задал вопрос, ну что, вот какой-то ачарья пишет, что Калки Аватара нету и не будет. Но такого в писаниях нет. Махарадж написал протестную статью, на нее так и не ответили. А потом еще кто-то... Ну, в общем, еще кто-то какой-то юрист про Нитянанда Расу написал. Махарадж тоже написал протестную статью, но никто так и не посмел ответить. У меня нет ничего, кроме милости Шри Гуру и Нитянанды. Я никогда не пытался находить недостатки в ком-то, это не моя природа, но я должен показывать на проблемы, которые возникают. И вот... И вот Нарутам Таку говорит, мы должны понять без осознания, как мы можем поклоняться нашему Гуру Падме, как мы можем поклоняться Вишнупри. И вот Нарутам Таку говорит, в соответствии с уровнем вайшнавов, вы должны понять, кто Парамахамса Вайшнав, кто выражает почтение ему. И также, если мы на обусловленную душу думаем, что она ачарья или саду, это тоже нехорошо. И вот Нарутам Таку
И вот когда Гоу Махарадж жил очень скромной жизнью, то общество оно не выражало ему никакого почтения. Но сейчас, ну потом, когда, ну, когда деньги пришли к Шриле Пури Госвами Махараджу, он построил несколько храмов, то отношение к нему изменилось. Хотя он как был святым, так и остался. То есть люди большей частью выражают почтение какому-то внешнему проявлению только. И вот Наротам Такур пришел позже. После того, как Гауранга Махапрабху ушел в Вишванатха Чакравати, Бхактивинода Такур, они все явились после того, как Махапрабху ушел из этого мира, но не все вечные спутники Махапрабху. Кто такие вечные спутники? Те, кто исполняет желание сердца Верховного Господа. Что можно видеть из их жизни? Еще можно наблюдать, как вот во Вриндаване какой-то саньяси взял с тела своего отца, построил храм и вот поклонялся ему, и как бы и все остальные то делали вид, что ему надо поклоняться, но с одной стороны, ну, хочет поклоняться своему отцу, пускай поклоняется, зачем других заставлять этим заниматься. И вот, то есть нельзя взять, заставлять одного вайшнава поклоняться другому вайшнаву, это нехорошо. There was some indication that Guru Bhagavan going to serve somebody. Then Prabhupada immediately rejected. Тут однажды к Шриле Прабхупаде какую-то эмблему принесли, там было нарисовано, что Гаруда кому-то поклоняется, но это неправильно, нельзя заставлять одного вайшнава служить другому. То есть, к сожалению, в наше время редко можно найти, чтобы кто-то говорил правду. Обычно все хотят в свою сторону как-то как-то одеяло на свою сторону перетянуть. Ну и Махарадж говорит, что вместо того, чтобы притворяться саньяси, лучше жить жизнью обычного домохозяина. Если Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, его сердце находится в полной гармонии с его Гурудевом Шрила Кешавой Госвами Махараджем, и вот если Шрила Кешава Госвами Махараджа, ему даже не нужно выбирать его ачарьи. Ачарьи, он самопроявленный. Выборами, голосованием невозможно выбрать ачарью, поскольку можно наблюдать во всех этих советах находятся только обусловленные души, и попадают они тоже из-за, ну, не за духовные заслуги, а за любовь к деньгам обычно. Ну, демократия, в общем. И вот последние 15 лет in our committee room? Okay, you can take.
Но Махарадж имя не говорит, поэтому тут сложно сказать. Ну, в общем, мораль в том, что ачарьями часто становятся какие-то бесстыжие, бесхарактерные, беспринципные люди. Ну, благодаря политике, выбору и набору этих голосующих определенным образом становятся ачарьями, ну, в процессе голосования тех со своих этих своих этих, как кого они сами поставили в голосующих. Ну, в общем, обычная политика часто происходит в якобы духовных организациях. Ну и таким людям проще заниматься обычной политикой, чем пытаться имитировать что-то духовное. Без уважения к женщинам мы никогда не можем стать саду. Но опять же, это не значит, что женщины должны становиться ачарьями. Это нехорошо, но тоже не все возмущаются. Если говорю ложную философию, то много славы и уважения придет от обычных людей. Но я никогда не занимаюсь этим. Мне хороший человек принципиальный, поэтому говорит только правду и правду. И вот Вишну Прия Деви может внешне. Кто-то думает о ней как о красивой женщине, как ну, с таким умом настроением, как мы можем поклоняться ей, если у нас мы думаем о ней как о прекрасной женщине. Можем ли мы поклоняться ей с таким настроением и как? Если будем думать так, то настолько вожделение будет. И вот Шрила Прабхупад говорит, по милости, смотрите, по милости Вишну Прия Деви мы можем освободиться от материального представления о мужчинах и женщинах. Смотрите, Шрила Прабхупад говорит, по милости Вишну Прия Деви Гура Шакти мы можем избавиться от материального представления о мужчинах и женщинах и обрести и достичь Йогапитх Мандира, где находится сам Махапрабху, как Ишантаку вечно служит Сачимати Вишну Прия всегда. И вот он так всю жизнь служил им. И Шрила Прабхупад говорил, что мы должны ну, построить здесь Вишну Прия Пали за Йогапитхом. И Шрила Прабхупад подумал, ну, женский ашрам, в общем, Шрила Прабхупад пытался сделать. Ну, там, ну, в общем, эксперимент такой был. Те женщины, которые посвятили себе Гуранге, но не замужние или вдовы,
И вот он пытался как-то, ну, в общем, построили какое-то место, где они вместе пытались жить, но после этого, в самом начале, выяснилось, что идея плохая, и ничего хорошего из нее не получится. В общем, этот эксперимент с женским ашрамом с треском провалился. Ну, поняли, что женщины в одном месте жить не могут, и поэтому эксперимент признан был неудачным. И вот можно видеть, что наше движение пытается как-то отравить медленным ядом, и мы должны, наоборот, пытаться это возродить в первозданном виде. Мы должны распространять такую амриту, противоядие от общей тенденции. Preaching not done mean, what I mean to say, preaching not done under the guidance of Bhaktivinoda Thakur Prabhupada. I can prove it 100%. And if you have power, you can come and prove. If you have that much power, you can prove, come and prove that you have done preaching under the guidance of Bhaktivinoda Thakur Prabhupada. И если проповедь не совершается под руководством Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, то какой толк от этой проповеди? Нельзя сказать, что она бесполезна, а даже хуже, она вред несет. И вот Шрила Прабхупада сожалел о этом эксперименте с женским ашрамом. So long as the conception of Ishan Thakur was there inside the heart of all seva, suppose I need to do some seva in Vishnupriya Pandit. Suppose I need, because some seva who Matajis cannot do. Suppose I need to do some seva, so I can go and pay dandavat to all Matajis. They are the representative of Vishnupriya Devi. So if I am going to express some enjoyment, then what will pop up speaking things? И вот преданные, пока если они хотят служить Вишнупри, нужно служить с настроением Ишан Такура. А когда у нас появляется желание наслаждаться ею Вишнупри, то это оскверняет наше служение. Jadavpur University, Technology, Kharagpur, everywhere. Now, their student and they are contaminated. There's a ladies' hostel. Ladies' hostel. Man should not go. Махарадж говорит об индийской британской политике в Индии. Но тут... Ну, в общем, мораль в том, что в Индии своих проблем хватает. И вот Шрила Прабхупада говорит, что of, and our Ishan Thakur, till then there was no problem. But
Вот я тут не понял. Ну, смысл в том, что женщины отдельно не должны жить, иначе проблем возникает на порядке больше, чем если они живут с мужчинами. И вот в Калькутском университете ну, в общем, какой-то человек получил докторскую степень за то, что написал про Махапрабху, что он два раза женился по любви. Но в Индии по любви неприлично жениться, поэтому... Да, как, ну, нехорошо с точки зрения вот всей философии. И вот Шрила Прабхупада написал статью. И вот сейчас Махарадж расскажет, и вот Шрила Прабхупада... One jaminda, very lonely, landlord. No servant going to stay. Every time coming and going away, he is picking. В общем, какого-то этого землевладельца слуг не было. Все куда-то пропадали, и вот он думал, что же делать. Никаких слуг нет у него, что делать. Вроде деньги платим, но толку нет, и что же делать. И вот он спросит, чего даете. Вы их кормите хотя бы, а то нет, не кормлю сам, ем, а он как бы ест непонятно где. Вот он, этот друг посоветовал, что если хорошо кормить этих слуг тем же, что и вы сами едите, то слуги не будут убегать от вас. И вот через полгода ну, в общем, действительно, этот новый слуга, которого нанял, привык к хорошей еде, и в общем, через полгода этот его слуга потрепал повышение зарплаты и грозился уйти и ушел, но вскоре пришел и согласился работать за прежнюю зарплату, поскольку он привык к хорошей еде, а в других местах так не кормят, поэтому... Но и смысл в том, что он, этот слуга объяснялся в любви к своему господину, и по факту он при хорошей еде и ради этого, собственно, и работает. И вот Бхагаван, Верховный Господь, у него бесчисленные шакти. Чит-шакти, Джива-шакти, Майя-шакти. Это одна из основных шакти. Одни из основных шакти. Вот есть шакти, но мы не можем посчитать, поскольку шакти, она не бесконечна. И вот соответствие. В соответствии с временем и обстоятельствами, в соответствии с лилой, как Вараха Бхагаван пришел, и вот Свараха Шакти может прийти, и в соответствии с Веданта Сутрой мы знаем Шакти, Шакти Матур Абхет, Шакти, Шактиман, Бхагаван, и в Шакти не отличны друг от друга.
И вот это не значит, что Радхарани может быть свараха. Нет, это глупость. Свараха приходит его шакти, Лакшми Вараха или Лакшми Нарисимха, с Нарисимхой соответственно. Радхарани не может прийти из лотосных стоп Радхарани. Все шакти исходят, как Вишнуприя, Лакшмиприя, Вараха Лакшми, Сатьябама Рукмини, Джамбавати, все они исходят с лотосных стоп Радхарани. Они исходят из сияния. Химадриджа значит Парвати, Ума, дочь Гималаев. Пуламай значит дочь Пуламы, Шачидеви, Шачидеви жена Индры. И также дочь Брахмы Сарасвати. Но будьте осторожны. Есть два вида Сарасвати. Сегодня мы совершаем настоящую Сарасвати Пуджу. Мы не какие-то материалисты, которые поклоняются материальной Сарасвати. Если мы поклоняемся материальной Сарасвати, то тогда мы пригласим обусловленность в свою жизнь. И вот если поклоняться такой материальной Сарасвати, то в итоге мы можем стать ослом. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, я никогда не стремился к материальному образованию, к материальным почестям. Мы не собираемся поклоняться материальной Сарасвати, а мы собираемся поклоняться Вишнупри, Апракрита Сарасвати. Наш Джаганадас Бабаджи Махарадж однажды сказал Бимала Прасаду, о Прабу, ты должен сделать вайшнавский календарь. В соответствии с вайшнавскими праздниками нужно отмечать вот эти определенные праздники. И вот материалисты сегодня отмечают Сарасвати Пуджу. И вот сегодня день явления Вишнуприи Деви. Поклонялись ли вы ей цветами, ели ли что-то, но в индийской традиции нужно сначала совершить поклонение пуджу Сарасвати, потом только можно что-то есть. И вот сегодня у нас есть возможность поклониться Вишнуприи Сарасвати, другая Сарасвати, она через 15 дней явится, я могу сказать, сегодня Шукла Сарасвати, Шукла Панчами. Сегодня Шукла Сарасвати, да, полнолуние. И через 15 дней это новолуние Панчами. Сегодня это Панчами, полнолуние Пурнима. You can count as a dark moon period.
И вот следующее день явления Бхакти Сиддханты Сарасвати. И вот это тоже проявление Сиддханты Сарасвати через 15 дней на следующее в Амавасе. И вот тут еще такое просто благоприятно. Новолуние или полнолуние. Что для Кришны более благоприятно, Махарадж, следующий день объяснит. И вот Вишну Приядеви, без Вишну Приядеви невозможно для нас понять, что такое Гаудия Бхаджан. И особо я говорю кратко, Гауранга Махапрабху перед тем, как принять саньясу, он и вот Махапрабху спросили, что я слышал, что вы саньяс собираете принять. И Махапрабху сказал, смотри, твое имя Вишнуприя. Это же Вишнуприя спросил. И поэтому ты вечная жена Вишну. Ты и я, мы хотим сделать что-то значимое для всего этого мира. Если я не приму саньясу, люди не поймут, поэтому я должен принять саньясу, чтобы весь мир плакал, вспоминая Вишнуприю и Гурангу. Ну, на самом деле, ты не отлично от меня, но все же ты должна потерпеть эту разлуку. И поэтому прошу разрешения пойти принять саньясу. И в тот день, когда Гауранга Махапрабху ушел из дома ночью, до 4 утра он пошел в Нидою. Там какой-то храм есть, там, где Гошпара, где эти молочники живут на Рудрадвипе. И вот Махапрабху, он там принял омовение и отправился в Катву в мокрой одежде, и поэтому это место зовется Нидоя, бессердечное. Махапрабху, он оставил все связи с предыдущим ашрамом. И так случилось, что Вишнуприя в этот день очень крепко спала и не заметила, что Махапрабху ушел. И вот поэтому этот Гангад Наридоя зовется, Наридоя, Найдоя, бессердечный. И таким образом, когда Сачимата, Вишну, Приядеви, они обнаружили, что Махапрабху ушел. У своей матери он тоже попросил разрешения. И вот я написал книгу о Вишну, Прия Такуране на Бенгале. Переводить пока некому, все чем-то заняты. Но переводчиков найти – то еще дело. И вот, говоря об абсолютной истине, мы можем, должны пытаться изменить
обстановка в этом мире. И вот Вишну Приеша Чима, они, когда они обнаружили, что Махапрабху ушел из дома, они были очень опечалены. И и вот Нитьянанда встретил Махапрабху по дороге, и тот спросил, как же пройти до Вриндавана, а Нитьянанда его отправил в противоположную сторону. И вот Нитьянанда сказал, что вот недалеко, иди туда, ты тоже идешь в Вриндаван, да, пойдем вместе. И вот Нитьянанда его так... Но Махапрабху не думал, куда он идет, он Бхагаван, но был в таком настроении, что совершенно не думал, куда идти. Как в Раджавасе они могут заставить Кришну танцевать. И Нитьянанда также может заставить Махапрабху танцевать. И вот когда они пришли к Ганге, Махапрабху думал, что это Ямуна. Нитьянанда сказал, возьми, прими омовение в этой Ганге. Тот удивился, откуда тут Ганга. Сказал, вот здесь слева, с одной стороны Ямуна, с другой Ганга. И где ты находишься, это Вриндаван, поэтому Шипад тебя не обманул. Это все правильно. Иди, заходи к нам в дом. И вот и потом Шачимата пришла, когда Махапрабху дошел до Шантипура, послали за его матерью, и вот она собралась и поехала на встречу с ним. Но Вишну Прия Деви, она не могла встретиться со своим мужем, поскольку он принял отречение. И вот такое чувство разлуки, которое чувствовала Вишну Прия, сложно описать. Все могли встретиться с Махапрабху, кроме нее. Какие-то сахаджи пытаются организовать встречу Махапрабху и Вишну Прия в Гампхире. Это неправильно. Или некоторые
во время Джуал-Ятры, там на Джуал-Ятре Рада Говинда, они качаются на качелях, но никак не Гуранга и Вишнуприя. Вот здесь вот такой юристы занимаются. Шрила Прабхупад говорит, те, кто так неправильно все понимают, они совершают оскорбление в адрес лотосных стоп Вишнупри и Гуранги. В жизни Гуранги Махапрабху, Лакшмиприя. Шрила Прабхупад говорит, много того, чего хочу сказать, но времени мало. И Шрила Прабхупад говорит, в жизни Нимая, в лиле, более точно, Гуранги Махапрабху, Лакшмиприя Деви. Может быть поклоняемо как Лакшми Нарайна, когда Лакшми ушла из этого материального мира, Вишнуприя пришла. Вишнуприя пришла, чтобы увеличить, усилить чувство Випраламхи, чувство разлуки, поскольку Вишнуприя Деви, если бы не было. Это Шанкар Бхагаван сказал Парвати, что Навадвипа не отлично от Вриндавана, и Рада Говинда это их объединенная форма, зовется Гурангой. И вот многие задавали много вопросов Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такура. Сейчас, к сожалению, вопросов мало. Кто-то спрашивает, спросил Бхактивинода Такура. В общем, как поклоняться такой объединенной форме. В Арчана-марге мы можем поклоняться Гуранге и Вишнупри на пути Арчаны. Но на пути Рагануга Баджана мы можем поклоняться Гора-Ганадхару. На пути Рагануга Баджана мы можем поклоняться Гора-Ганадхару. Не Гора Вишнупри, Шрила Прабхупад говорил, что Гор Вишнупри мы не должны иметь превратного представления о них. Мы должны помнить, что нет тут вопроса наслаждения Лакшми Нарайна. Нету вопроса наслаждения между Лакшми, Нарайной, Вишнупри и Махапрабху. Это ошибка, если кто-то думает так. Чтобы насытить, усилить Випраламхабаву, Вишнуприя Деви пришла. И когда Гуранга Махапрабху ушел, и вот в итоге что случилось? Шачимата, она практически умерла от горя, но все же у нее была возможность видеть Махапрабху. И вот Шачимата она готовила для Махапрабху. Шачимата, она необычная женщина. Она такая вселенская мать. Как Бхагаватима, мать Шрилы Прабхупады, она такая вселенская мать. Но Вишнуприя Деви, у нее не было права
идти встретиться с, и хотя бы увидеть Гурангу. И потом Шачимата оставила свое тело. И можно понять состояние Вишнуприи. Никого не осталось. Гуранга ушел. Как же жить, где же найти поддержку? Единственный, кто остался, и Шантакур, ему уже было за 80, он заботился о ней, как о дочери. Только Ишантакур мог заходить в комнату Вишнуприи, чтобы что-то, ну, кроме него никто не мог. Даже солнце не могло видеть Вишнуприю. Она очень мало ела, она повторила святые имена и с одним святым именем перекладывала рисинку. И вот половину из этого, то, что она повторяла, она половину предлагала Гуранге, половину Ишантакуру. Если буду говорить о Випаламбхе, об этом чувстве разлуки, любое количество слов или философии бесполезно, чтобы пытаться описать ее славу. Вишнуприя Деви, она тоже Намачарья повторяла трилакха святых имен. I can speak someday. Guranga Bhavibhakti is coming anyway, so I'm bound to stop here. So we are busy. И вот мы, многие заняты телесной концепцией жизни, думая, что не тело, а как в таком состоянии осознать Вишну Приятатву. И вот как же избавиться от телесной концепции жизни, пока мы не получим милость Вишнуприи, мы не сможем избавиться от материальной концепции жизни. И мы должны молиться Вишнуприи и смотреть на чакру Йога-Питха. Если Он благословит нас, то тогда мы сможем избавиться от этой телесной концепции жизни. Те, кто пандиты, они не стремятся к наслаждениям, поскольку наша жизнь, она посвящена Гуранге.